Позвольте представиться, Хлестаков Иван Сан. Очень рад, что имею удовольствие в некотором роде вас видеть. Что вы? Да-да, безусловно, из Москвы. А, Москва. Что за жизнь? Право. Вы что, может, думаете, что какой-нибудь мелкий служащий я? Что? У меня и кабинет, и секретарша. Эдакая симпатюшка. Я ведь только на полчаса захожу в учреждение. Тем, чтобы сказать, нет-нет-нет, сегодня никого принимать не буду. Заседание, да? Так каждый день. Ну, понятно, кроме воскресенья. Ну, воскресенье там футбол, дача. Ну, на даче там корова, жена, разные птицы. Знаете, положение обязывает. На совещаниях так приходится выступать. Ну, так покритикуешь кого-нибудь. Не так, чтобы очень строго, но скажешь так. Не умеете работать, товарищ. И все, да. Ну, это, конечно, и самокритика тоже имеет место. Но не дают? Не дают. Ничего о себе дурного сказать. Нет, о других, пожалуйста, сколько угодно. О себе, не-не. Только бывало, значит, нет, конечно, и у меня в работе имеют там кое-какие. Как все собрание. 1000 человек. Зачем 1000? 2700. 2850. Человек вскакивают со своих мест и кричат. Иван Саныч, не надо клеветать. Я человек скромный, не люблю выделяться, но буквально не дают быть в тени. Только бывало, из дому выйдешь, как радиоинформация. Этот, как его, ну, Вадим Семенов. Да. И в последних же известиях заявляет, говорит, Иван Александрович идет, лучший работник, гордость нашей эпохи. Гордость. И точно помню, бывало, как работают на одном объекте. Посылаю в центр соответствующий свод. И так, мол, и так выполнил годовую продукцию на 60%. Ну, естественно, меня вешают на соответствующую доску. Можете представить, увеличивает план. Вышел в пижаме. Центр несправедливости. Требую увеличения плана не на 200%. А на 800. Получает ответ, не занимайтесь Меня вашего горячо любимого обвиняют. А ну, не выйдите, ребятки, выполнили. Если бы меня не перевели на другой объект. Работаю на строительство. Иван, тысячу человек дадим. Мешать будут. Дайте мне ответ. Ах, Хлестаковщина. Один. Ах, так. И что ж вы думаете? Застучил. Поднатужился. С народными артистами знаком. С Козловским на дружеской ноге. Бывало, говорим, знаешь, как брать Козловский? Вся еще поет. Да где уж нам уж отвечает, бывало. Ну, говорит, пой. Я не возражаю, да. Писатели часто вижу, Фадеев, Шолохов. С Ольгой Форш неоднократно выпивали, да. А как-то захожу к Симонову. Он сидит, пишет, да, жди меня, и я вернусь. Я говорю, нет, не пойдет. Слабовато, дружок, да. Ты давай добавь, только очень жди. Значит, в таком духе. Басню «Лиса бобер», знаете, да? Моя идея, да. Что? Михалкова, Лиса Михалкова, бобер мой. 12 стульев, знаете, да? 3 стула мои. Не, я и сам тоже люблю это. Да, но больше под псевдонимом. Вера Панова. Братья Турки. Однажды председателем горсовета. Ну что, председатель уехал в командировку. Куда? Неизвестно. Ну, все переполошили. Ясно, ко мне. Иван Санчев, не простите. У меня и так много нагрузок. У меня там подписки на газеты. Это все. А тут профсоюзный делегат. Знамена, оркестры. Иван Санч, просим, умоляем. Я говорю, нет, не просите. Мы вам заместим. Дадим. И в ту же минуту по улице заместить.
заместителей. Можете себе представить? 35 тысяч одних заместителей. Я говорю, нет, нет, Иван Сан, надо. Надо. Ну, извольте, ну, я берусь. Но я человек принципиальный. Я без самокритики ни на шаг, я эти на себя не посмотрю. Я в случае чего сам на себя анонимку хлоп, и все. Да вы мне дайте двух-трех таких, как я. Да я любую политэкономию, концепцию, закон раз, и все. Да меня завтра же, сейчас же произведут